предыдущей серии. Раньше и над городом нависла тень упадка. И, разумеется, безопасность была нарушена, а преступность только процветала. В городе на окраине люди все еще собираются с последней надеждой в своих сердцах. Не весело им там живется, конечно. Прям начало такое грустное, да? О, боже, этот голос. Поставка материалов и уборка закончены. Когда Тоо поднял крышку банки, дверь кабинета открылась, и из нее раздался веселый голос. Да. И это был Рэй, Идзуми Рэй, один из помощников в нашей клинике. Дневная работа Рэй — это работа... Я чувствую, что количество пациентов, находящихся в тяжелом положении, увеличилось. Они начинают плакать, пока я с ними разговариваю. Или они внезапно повышают голос, и только тогда, когда меня насилуют и насилуют, только тогда я испытываю явное настоящее удовольствие. О май. В этом городе много людей, которые неохотно идут на насилие. Белые буквы, отображаемые снова и снова, привлекли мое внимание. Лидер клана Такага мертв. Но интерес к этому вскоре утихает. Лидер группы Такага, я слышал, что он был моим кровным отцом. Моя мать была любовницей главаря банды, что означало, ну, клана. Что означало, что я оказался ребенком какой-то шлюхи. Однако у меня очень мало воспоминаний о том, как я проводил время с отцом. Честно говоря, даже если бы меня попросили вспомнить его лицо, я бы мог только смутно представить его. Да я лучше умру, защищая этот магазинчик, чем буду подчиняться этим якудза. 240 йен. То вытащил 1000 йен из кармана пальто и передал бабуле. Сдачу можете оставить себе. Ты уверен? А. Да. О, тогда благодарю. Вот это реально мило. То не такой засранец, да? Но в нем есть какие-то чувства все-таки. Ну, такие... высохшие, но иногда не просыпаются. Разве ты не спишь с ним в одним кутайно по ночам? О боже, нет, то, у тебя действительно есть такая милая сторона, я и не знал. Как же так? Рэй совместно с Таку продолжает подразнивать меня. Итак, я вас всех приветствую, джентльмены, господа, меня зовут Алекс, и мы продолжаем Soul Damage. Да, мы снова здесь. Блин, так удобно на самом деле с новым форматом, что мне не надо тебе говорить, что был в предыдущей серии, надо вот это самому только вспоминать, что там было, да? И да, все, всем приятного просмотра, мы едем дальше, да? Да, я не могу уйти, пока не услышу этот момент. Ладно, я залип. В общем, продолжаем. Да, по воле случая или, не знаю, просто судьбы, у меня сейчас выдалось свободное время, поэтому очень кстати, мы сейчас быренько будем проходить, плюс так как выпало свободное время, то мы также, те, кто ждут КНС, тоже ждите, будет серия. По крайней мере, одна точно будет в ближайшее время, да, пока есть. И насчет Soul Damage, пока английский перевод не вышел, надо топить. А потом, я думаю, что мало кому это будет интересно, да. Ну, по крайней мере, я так думаю. Это не точно. Я все равно очень рад, что вы зашли сюда, если зайдете, и надеюсь, вам понравится это прохождение, и будете дальше смотреть. Может быть, даже все посмотрите потом, в будущем, кто знает. Новелл будет длинный. Я не знаю, сколько я буду проходить. Ладно, все. Еще всем приятного просмотра.
Мы остановились на том, как Таку, Рэй и Това сидят, ужинают в кафе, общаются. И зашла тема про смертельные бои. Зона смертельных боев — это немного особенное место в специальной зоне А, расположенной в центре Синдзикая. Таких местах естественным образом собираются всякие подонки. Бои, которые начались там, собрали людей вместе, и в конце концов это стало полем, где можно сыграть в игру для проверки своих навыков и мастерства. И сейчас воинственные люди собираются в специальной зоне А и наслаждаются игрой, сражаясь друг с другом день за днем в смертельных боях. Конечно, группе так как известно, что в особой зоне А проходят смертельные поединки, однако, похоже, она находится в стороне, не принимая жестких мер. Синдикае много людей, которые недовольны властным правлением группы Такага, даже если и нет, жители каждый день страдают от бедности. Да, тут на самом деле такая задница. Това живет в такой заднице, но его это устраивает. Как место, где такие люди могут снимать стресс, клан Такага негласно одобряет смертельные бои в специальной зоне А. Однако люди, поселившиеся в специальной зоне А или открывшие там свой бизнес, находятся под строгим контролем. Что касается драк, они в них не вмешиваются. Хобби Рэя — это смертельные бои, и он ходит туда ночью со своими хорошими друзьями, которые работают в баре Руст. Того мало что знает об этом, так как эти бои ему не очень-то интересны. Но я слышал, что Рэй сделал себе имя как сильного человека в этих смертельных боях. Если посмотреть на то, как он обычно выглядит, то он не похож на того, кто проводит дни в смертельных боях. В редких случаях на его лице появляются синяки или ссадины. О, это, кстати, фраза из этого тизера, который был на Slow Damage. Ой, ну, трейлер, который был перед официальным трейлером. Я не возражаю, если тебе это нравится, но не заходи слишком далеко. Я слышал, что в наши дни сейчас смертельные бои стали куда жестче, чем раньше. Ну да. Ну это так весело надирать задницы всем этим парням, да и в таком месте. Сука. Понятно. Ну, клан Такага сейчас какое-то время будет не сладко, так что вам, ребята, лучше постеречься лишний раз их. Кроме всяких больших шишек, всякие головорезы могут причинить вам неприятности. Ну, если даже и такое произойдет, то я также надеру им задницы своими кулаками, так что все в порядке. Так улыбнулся Рэю, который согнул одну руку, словно изобразив кулак силы. Не забывай, ты должен размахивать кулаками лишь на смертельных боях. Конечно. Ты ведь купил мне такое божественно вкусное парфе, так что я буду делать все, что ты скажешь. В общем, было очень вкусно. Спасибо. Я был очень счастлив. Не успел я опомниться, как Рэй, опустошивший бокал с парфе, удовлетворенно кладет ложку. Ну тогда до завтра. Я, пожалуй, вернусь домой. Да, пожалуй. Увидимся завтра. Това. Поспи хоть немного, ладно? И не ходи снова куда-нибудь выпить или переспать с каким-нибудь парнем. Ага. С поверхностным ответом Това затушил сигарету в пепельнице. Так у первым встает свое место и направляется к кассе. Спасибо за прекрасный ужин. Рэй также встает и смотрит на того, как будто что-то вспомнив. А, кстати, ты ведь тоже заказывал отдельно. Я просто выпил кофе. Кстати, вы заметили, у того появилась аура? Ну, дым. Не был же, да? И никто этого не упоминал. То есть он так внезапно появился. То есть того ничего не говорит, он
не видит. Это же дым? Это же его аура розовая. Не, ну, наверное. Что он так внезапно появился, наверное, в предыдущей серии, получается, я что-то не заметил. Да. Всякий раз, когда мы выходим поесть вместе, Тако всегда оплачивает и часть счета Товы. Наверное, это еще потому, что я заказываю просто попить большую часть времени. Рэй намеренно делает неестественное выражение лица и искоса смотрит на Тову. Тебя слишком избаловали люди, окружающие вокруг. Может, это потому, что ты порой шатаешься где-то или ищешь себе неприятности? Ты прямо как бродячий кот, ты знаешь? Кто знает. Слегка пожав плечами, то вместе с Рэй направился к двери. Бродячий кошара по имени Това. Блин, так рад вернулся. То есть я немножко получится, да, помарафонить. Ну, просто я думаю, что английский релиз уже не с горами, теперь уж точно. Но я так думаю, по крайней мере. И когда английский выйдет, мне кажется, много людей начнут его проходить, и за бугоры тоже, и мое прохождение... Кому оно нужно будет вообще? Вот. На следующий день. В клинике был выходной, так что Това проснулся только после полудня. Снова новости. В обеденное время Тако пришел ко мне в комнату и пригласил на обед. Рэй, по-видимому, работал после обеденную смену и не приехал. Одевшись, Това покидает клинику вместе с Тако. О. Извините за ожидание, пожалуйста. Я Нагава, кофейный... Ой, ну, менеджер кафе. Я Нагава. Скромным голосом хозяин заведения ставит на стол чашку кофе и свой знаменитый медовый тост. О, да. После размещения всех заказанных блюд на столе, владелец, спокойно поклонившись, возвращается на кухню. Кафе Янагава – одно из самых известных мест для перекуса или обеда в этом районе. Это место находится в рассвете около 20 лет в своем лучшем стиле ретро, со старым внешним видом и интерьером, которые придают ему неповторимую атмосферу. Это место примерно в 5 минутах ходьбы от клиники Мурасы, куда часто сам приходит Това. Когда я раньше проходил мимо этого кафе, я с любопытством заглядывал в окно и думал, какая же атмосфера таится там, и когда я вошел в него наконец, там оказалось довольно уютно. В ресторане всегда играет расслабляющая музыка, а клиенты проводят время по-своему. Цены меню немного дороговаты, но я думаю, что причина, по которой этот ресторан существует так долго, в том, что у них так много постоянных клиентов. О май гад. Тут продают кофе ручной работы и медовые тосты. Даже Тако, который не любит сладости. Похоже, ему нравятся эти медовые тосты именно здесь. Ой, так, все не привычно, что на пробел это арты. Блин, ну посмотри на эту красоту. Мне ей захотел сразу. Это масло, да? Мед и тост. Какой хлебушек, у нас даже такого... Да блин, в жизни нет такого. Япония, черт возьми. А, зачем вы так маните? Ладно, давай поедим. Приятного аппетита. После того, как Таку складывает руки вместе, он берет нож и вилку и начинает резать свой тост. То, потушив сигарету, которую курил, начал подтягивать кофе. Действительно очень вкусно, я слушаю. Не так ли? Учитывая, что ты не любишь сладости, значит, тебе просто нравится это место. Натуральная сладость этого меда и степень пропекания тоста похожа на блинчики, которые я часто ел в детстве. Ну, я имею в виду, что это ты обычно почти не ешь, но сейчас ты сидишь здесь и... ешь медовый тост.
со мной. Нантунаку. Ну вот как-то так. Нанда сори. А? Что? Что такое? Как это вообще? Улыбнувшись так, я взял кусочек тоста на вилке и засунул себе в рот. Я думал, что так и только начал есть, но он уже съел половину. То он наконец взял нож и вилку и принялся резать уже свой тост. Вау, Това е... Деса, моу сыггой яцга и терашке, са. Знаешь что, ты слышал, что этот парень был просто невероятный? Нанда йо, сыггой те. Что значит крутой? Нани га сыггой нда йо. И что же в нем было такого невероятного? В тишине, наступившей из-за начала приема пищи, я услышал разговор с соседним столиком. Язык, как всегда, на... Сыгой цтара, сыгой нда йо, цыёй нда те. Когда я говорю потрясающе, я имею в виду потрясающе. Он был сильный. Я слышал, что он даже был очень сильный. Соря. Такасато гуми те. Это верно, что десматчи на самкасе ведь теперь будет сильнейших парней со смертельных боев, верно? Сиокте, тоузен даро. Ну, естественно, что они должны быть такие сильные. На мгновение руки Тако перестают двигать ножом и вилкой. Я мотто да йо. Да нет, он был не просто сильный. Он был намного круче. Мотто? Намного, говоришь? Магау де нанни му нагутэ. Ну, похоже, он был настолько плохим парнем, что с невозмутимым видом он мог разбить кучу парней и погрузить их в полное дерьмо. Ну и... кажется, его он предал свой клан в итоге. Мажде? Ого, серьезно? Со! Да. Не. Аники о коросте. А потом он убил своего брата и сбежал. Аники? Брата? Ничан то кото? Ты имеешь в виду старшего брата, родного? Чигэйо! Да нет же! Это то самое, ну знаешь, типа брат по оружию. Вот что за брат. Да, но ведь знаешь, это ведь кажется как-то несправедливо, не так ли? Разве это неплохо? Это еще как плохо. Вот почему парни из этого клана взяли его, и больше его никто не видел. Ну и дела творятся. Я уверен, что клан Такака легко может устранить одного или двух людей теперь. Да, опасные они. Ну, типа, знаешь, какие-то якудзы, гангстеры они. Ну, по крайней мере, пока так выглядят. Все недовольны их правлением и все такое. Так он закончил свой медовый тост, не сказав ни слова, но его щеки, казалось, были напряжены. Наверное, это из-за разговора, идущего со столько рядом с нами. Сплетни о клане Такага в этом не было ничего необычного. Он просто уже до краев переполнен всяким дерьмом. Правдивые ложные слухи. Эти слухи так широко распространились среди людей, что теперь мало кто знает вообще настоящую правду. Парни, которые похожи на хозяев, которые сейчас сидят рядом с нами, просто рассказывают нам, что они слышали от кого-то другого. Я думаю, что так оно и есть. Большинство слухов наполнены спекуляциями и предположениями, а истина похоронена прямо под этими вещами. Трудно познать правду такой, какая она есть, без лжи. Например, Това думает, что это как Тако относится ко мне, а я к нему. То, что мы знаем друг друга долгое время, не означает, что мы так хорошо понимаем друг друга. Сидящие рядом со мной парни продолжали сплетничать на различные темы, и через некоторое время они встали с своих мест и направились к кассе. Когда они ушли, Тако, который долго молчал, криво улыбнулся. Да уж, этот клан Такага, похоже, такой популярный. Това, ничего не ответив, поднес к рту холодный медовый тост. Парни, сидевшие рядом с нами, говорили о сильном человеке, который в итоге предал клан Такага. Я хорошо знал этого человека. Ого. Причина в том, что эти неприятности случились, когда я был членом клана Такага. Ого. Но я не хотел вспоминать об этом, и я сознательно стараюсь не помнить ни имени, ни лица этого человека. Вау. Может, мы уже сменим тему разговора? Кто-то ответил так, коротко кивнул с кривой улыбкой опять. Солгамна. Ну, пожалуй, да. Может, ты и прав. О, флешбеки, кажется. Кто и возвращается в воспоминания, которые он... не хотел вспоминать. Причина, по которой я решил вступить в клан Такага, была смерть моей матери.
Когда я учился в средней школе, моя мать погибла в несчастном случае. А человек по имени Сакаки из клана Такага сообщил мне, что моя мать была любовницей предводителя клана. Вау. Я также знаю, что мой отец был главарем банды, и его звали Рюджиро Такага. Я знал Сакаки как друга моей матери с детства, но я не знал, что он был членом клана Такага. После смерти моей матери Сакаки пытался позаботиться обо мне всеми возможными способами. В результате я и стал членом клана Такага. Особой причины для вступления не было, меня просто пригласили, так что я просто взял и вступил. Он, казалось, искренне восхищался моей матерью как другом и часто рассказывал всякие воспоминания о ней. Возможно, именно поэтому у меня есть сильное чувство, что Сакаки для меня стал как родственник, чем как член клана Такага. Он нам уже звонил, кстати, когда мы по телеку услышали новости, что глава клана Такага скончался. Я помню, что случилось после смерти моей матери, но то, что было до этого, очень смутно. Я также мало что помню о своей семье. Я смутно помню, что у меня была сестра, но я даже не могу вспомнить ее лицо. Когда моя мама попала в аварию, я был вместе с ней. И после был госпитализирован. Подозреваю, что причиной стала та травма, которую я получил во время этой аварии. О. Я касаюсь пальцем повязки на правом глазу. Да ладно. С прошлым покончено. Несмотря на то, что я не помню прошлого, сейчас я живу без проблем. Офигеть, то есть он потерял глаз в той аварии? Помню об этом, то вернул свой взгляд к столу. Когда я смотрю, то вижу вилку таку, застрявшую в медовом тосте, который я собирался съесть. Так, похоже, не испугался и перетащил мой холодный медовый тост на свою тарелку. Мой! Таберну-ка. Ты хочешь съесть его? Мой дозен угуздору. Ну, ты все равно собираешься его оставить, разве нет? Так смотрит на Тоу со спокойным лицом, намекая, что сейчас съест мой тост. Это правда, мне не хотелось есть, но все же. О, Тови обидно стало. Тоу отложил нож и вилку, которые были у него в руке, взял сигарету и зажег ее. Вдохнув дым поглубже, я вдыхаю его в сторону Таку. Да! Ой, я Эй, прекрати! Я же уже бросил курить! Так укривит лицо и машет рукой перед своим лицом. Да я просто проверяю тебя, действительно ли ты бросил. Пожалуйста, может не сейчас, мы же едим тут. Когда Това озорно посмотрел на него, так он начал есть мой украденный медовый тост, раздражающий, глядя на меня. Вот же жук. Когда Таку закончил еду за 2-3 укуса, то слегка приоткрывает уголки рта. Ну да. Что? Ёк-ку-на-то-мотте. Мне всегда было интересно, как ты так много ешь? Зато ты ешь слишком мало. Каф это Таку слегка вытирает рот бумажной салфеткой и встает. Ура, икзу. Ну ладно, давай, пошли. Так хватает счет и направляется к кассе. Тоу потушил сигарету, которую курил в пепельнице, и встал и последовал за Таку. Кстати, это место мне напоминает это Лейта. Ну, там письмо тоже была кафешка в таком ретро-стиле и со своей аурой, атмосферой. Там тоже такая играла тихая, спокойная музыка. И оно тоже было довольно популярно из-за своего ретро-винтажного стиля. Блин, ностальгия такая. Эх, письмо. Да, советую письмо. Всем, просто всем. Если что, можете попробовать посмотреть. Или поиграть сами, на английском. Вот. Выйдя из ресторана, то, расставшись с Таку, побрел по городу наугад, повернув ноги к парку после захода солнца. Посреди ночи под зимним небом пустой парк освещался тусклыми уличными фонарями и было довольно холодно. Да, ноябрь, между тем. Тоу сел на холодную
скамейку, держа во рту сигарету и поджигая ее. Мне еще не хотелось возвращаться в свою комнату, поэтому я думал убить время здесь. Пока мои глаза следовали за дымом, колеблющимся в черном небе, я услышал шумные голоса вдали. Вместе с голосами приближались и множественные звуки шагов, и три силуэта останавливаются под уличным светом передо мной. О, о, смотрите-ка! Я так и думал, это же Това. О, о, понтода. Ты прав, и правда. Това-сан! Това-сан! Ну, мы в Триале уже с ними встречались. Хорошо известное мне трио Катару, Майю и Эйджи подходит ко мне. Ого! Ты правда так хорошо видишь? Даже в такой тьме и с такого расстояния ты смог узнать его? Ну, у меня очень хорошее зрение, знаешь ли. Я вижу все ясно и четко. А, кстати, да. Забываю что-то это... Нарта? Ну, убирать. Аниме бакка митеру но ни. Для меня вообще загадка, почему ты смотришь так много аниме, и твое зрение все еще такое же хорошее. Мусиро аниме де китайраретеру но. Ну, скорее я обучаюсь в аниме. Цука то. Ну так что, Това? Нани аттен да? Какого черта ты здесь вообще делаешь? Который смотрит мне в лицо, согнув свое мускулистое тело. Который не обуздан, когда все хорошо, и вспыльчив, когда все плохо. И он также всегда любит лезть в драку. Он просто валяет дурака. Как будто играет. Якораны Морса? Май пронзительно смеется, посасывая во рту шоколадный батончик. Он самый высокий из трех и выглядит как человек, который ходит в неряшливой и небрежной одежде. Ну или с небрежным видом. Как насчет бомбы для хорошей меры? Это сразу пробудит его. Бомбы. Это был Эджи, любитель бомб, чье хобби, к тому же, сбор информации. Хакер, короче. У него есть информационная сеть, которая максимально использует сайты социальных сетей. И разнообразная информация поступает прямиком к Эджи. Которую Майю переспали несколько раз ради забавы, но они никогда не спали с Эйджи. Угу. Он сам сказал им, что его не очень интересуют такие вещи. О, нормальный человек, между тем. О, красиво. Дым Катару красный, у Майю розовый, почти красный, и у Эйджи сине-зеленый. Блин, вот эти ауры прикольные выглядят, жалко, их не всегда показывают. Такое ощущение, как будто Това может это, ну, управлять этим... То есть иногда он и может видеть этот дым. Не, он, скорее всего, всегда видит, это просто нам показывают иногда это только. Да ничего особенного, просто сижу, курю здесь. Ну да, у Товы вон красная аура. Хочешь сказать, что ты не занят? Ну тогда погнали с нами на смертельные бои. Который улыбнулся, приподнял свое согнутое тело и сдвинул подбородок назад. Слишком запарная, я пас. Значит, так скажешь. Я прям подумал, что ты наверняка это скажешь. Слушай, если ты свободен, почему бы не пойти с нами? Мы ведь твои бывшие братья. Не припомнишь, чтобы мы когда-нибудь были братьями? Ну, понял, про каких братьев. Которые Майю и Эйджи наемники, нанятые кланом Такага. Катару и Майю изначально были участниками смертельных боев и были наняты из-за своей силы рук. Угу. Похоже, что Эйджи был завербован, когда он занимался перехватом аккаунтов в социальных сетях магазинов клана Такага и переписывал веб-страницы. Есть много других бывших участников смертельных боев, нанятых кланом Такага, и я слышал, что число участников для вербовки сейчас только увеличивается. Кстати, братьях, Това. Ты не приходил на похороны своих у отца, ну или не присутствовал. Который ухмыляется во весь рот. Ну, и не приходил, и что? Сегодня днем были его похороны, а вчера поминки. Ага.
全然興味なしって感じですね。кажется, ему совсем не интересно. うん。Да. Отец меня не особо интересовал. Все, что я могу думать, это то, что где-то умер какой-то незнакомый для меня старик. Ну, я. Ну, ладно. Сориори, дезматчи. Смертельные бои, погнали. Игозе. Идти ми тара игайто таноши камо ё. Ты ведь не представляешь, как мы сможем повеселиться, если ты пойдешь с нами. Най на. Нет, не пойду. Мо иссо но кото. А еще лучше как насчет того, чтобы всех там нафиг взорвать бомбой. Тогда нам всем сразу же станет весело, а? Нанигада, а чем ты вообще лопочешь там, идиот? Ау. Который напрягается и тычет Эйджи в голову. Хватит нести это однотипное дерьмо и погнали с нами, Това. Давай, вставай, чоп-чоп. Катар схватил меня за руку, и я неохотно встал. Этот парень всегда отличался грубой силой, и как только... Если он решает что-то сделать, он всегда это сделает. Как бы говоря, я не позволю тебе никуда свалить, Катару крепко охватывает меня за плечи и уходит. Мы ничего не можем поделать, потому что начальство приказало нам не участвовать в смертельных боях. Но ты ведь можешь участвовать сколько угодно, верно? Боже, я так завидую тебе, чувак. Как бывший участник, я аж прям воспылал. У всяких должников, которых ты обычно избиваешь, так сильно, как хочешь, да? Это ведь твоя работа теперь, верно? Ты сам, мудак, виноват в том, что не вернул ее обратно себе. Но ведь вы двое всегда так счастливо гоняетесь друг за другом. Не так ли? Это выглядит так страшно, так страшно. Ну, собачи, это твоя работа, долги и получение личной информации. Уж точно не моя. Хай, да? Конечно. Предоставьте это мне. Если вам будет нужна любая информация о Синдикае, я к вашим услугам. Ну и о бомбах, если хотите поговорить тоже. Ты. Смотря на Эйджи, который преднамеренно улыбается, взгляд Катары не двигался и становился опасным. Синдикае, где нищета широко распространена, не редкий случай, когда люди занимают большие суммы денег. Вау. Спасибо, колесико. А, нет, нормально. Люди, которые не могут расплатиться, клан так как обижался, преследуют как должников. И если у вас большой долг или огромная сумма долга до того, как вы сможете ее вернуть, то вам... Вживляют чип, называемый веб-тегом. Причем принудительно вживляют в шею. За должниками, которыми были вживлены веб-теги, за их действиями будет наблюдать сторожевая башня, стоящая посреди Синдикайского моря. Ты не сможешь покинуть Синдикай, пока не выплатишь все свои долги. Офигеть. Как ошейники взрывные. Если ты попытаешься вырваться силой с острова, тебя немедленно начнут преследовать и убьют без всяких вопросов. Клан Такака, конечно, похоже, невыгодно убивать и людей с невыплаченными долгами, но труп также стоит определенной суммы денег. Если мы уходим, то давай уже речи. Я еще хочу пойти домой и посмотреть аниме, которое я скачал. Майор размывает, бросая взгляд в сторону после завтрашнего дня, как будто он уже потерял интерес к текущему разговору. Урусена! Ну заткнись там нахрен, анимешник хренов. Я имею в виду... Ано Сузуме. Смотри, этот воробей ест слишком много попкорна. И так жадно. Смотри, он сейчас уже лопнет. А? А? Что, где? Ничего не вижу. Послушай, то, что ты можешь видеть своих своим ненормальным зрением, не значит, что и другие тоже могут. Поэтому мы все должны смотреть аниме, как я. Давай тоже смотреть аниме. Не хочу я твое аниме. Дерьмо. В конце концов, Това не смог вырваться из упрямых сильных рук Катара и покинул парк, слушая шумную беседу между ними.
Ау, музончик. Специальная зона А, широко известная как зона смерти. Это место запрещено для широкой публики, и даже если бы это было не так, это место, к которому ты сам не захочешь лишний раз подходить. Почти все магазины закрыли ставни, так как люди больше не приходят в этот район. Я помню, еще в Триале это место. Прикольно, атмосферное. По мере того, как мы приближаемся к району смерти, улицы постепенно превращаются в какие-то пустынные. Ночью этот район стал наиболее активным не из-за чего-либо решения, а потому что люди начали собираться, когда заходило солнце. О! Там, походу, уже весело. По мере того, как Това заходил глубже в район с Катару и другими, он слышал звуки борьбы, крики и ликования повсюду. Сегодня, я смотрю, тоже весело и шумно. Который радостно искажает губы в уникальном запахе. От уникального запаха крови и пыли. Дым, поднимаешься из смертельных боев, более хаотичен, чем что-либо, что Това когда-либо видел. Различные цвета смешиваются и меняются в мгновение ока, делая его похожим на Аврору Бореалис, коллекцию только самых грязных цветов. Весело, весело. Я слышал, как ты на днях показал пример кое-кому. Мисесиме? Пример? А, ты про того парня, который пришел сюда с пушкой? Ну, я просто вырубил его. Значит, оружие тут запрещено? Эйджи качает головой на вопрос того. Нет, мы не устанавливаем четкого правила, запрещающего его использование. Это все еще негласное соглашение. Может быть, поэтому мы видим все больше и больше новичков, приносящих оружие с собой, потому что они так расстроены проигрышем, что действительно хотят победить и отомстить. Использование огнестрельного оружия или оружия в смертельных боях конкретно не запрещено. Тем не менее, среди участников есть правило не использовать такие вещи, потому что выиграть бой будет невозможно, если ты вдруг вытащишь оружие. Тем не менее, как сказал Эйджи, число участников, использующих огнестрельное оружие, не уменьшается. Однако в таких случаях окружающие относятся к таким людям, как к трусам, и могут подвергнуть таких личностей к личному наказанию. Парень, которого я на днях вырубил, направил на меня пистолет, когда я попытался ему помешать убить кого-то. Ну и я ударил его по лицу. Даже если ты этого не сделаешь, когда речь заходит об оружии, это уже не игра, а война. Если найти такого идиота, сбить его и вырубить с оружием, которое он принес с собой, это имеет определенный эффект здесь. Если смертельные бои превратятся в войну, то основная тяжесть их, несомненно, ляжет на плечи клана Такага. Но если это случится, то Синдикай окажется в хаосе. Поэтому, как бы хаотично это ни казалось, баланс тоже важен здесь. Да-да, чтобы все мы могли жить в мире и процветании. То стало интересно, что же означает мир в Синдикае. Как только ты падаешь в бездну, трудно вылезти обратно. Единственный способ выжить – это продолжать ползать по этой земле. Итак, суть в том, что в бездне есть правила и баланс. И я тоже один из тех, кто в бездне. Тем не менее, я наслаждаюсь жизнью на дне и чувствую себя довольно комфортно. Когда тебе нечего защищать, то ты точно не будешь скован свободой. В этом смысле я могу сказать, что мое нынешнее положение является довольно мирным. И вдруг поднимается гул от зрителей игры, которая шла впереди, и я повернулся, чтобы посмотреть. Несколько шлейфов дыма поднялись из толпы, смешиваясь и выглядя просто ужасно. То усмотрел на происходящее холодным взглядом.
Ну, я надеюсь, нам все-таки когда-нибудь покажут. Ну, то есть в Триале был момент, как Рэй там дрался. Ну, блин, еще хочется. Как бы. После того, как я покинул зону смертельных боев, я решил зайти в бар, чтобы выпить, и получил вдруг сообщение на свой мобильный телефон. Оно было адресовано группе, групповому чату Това, Рэй и Таку с помощью приложения, ну, сообщений. Это был экстренный вызов. Вы нужны мне здесь сейчас. Вкратце. Настало время уходить, поэтому Това оплатил счет сигареты во рту и вышел из бара. Это обычный бар, да, был? Это не Руст вроде. Пол второго ночи, офигеть. Через несколько минут после возвращения Товы в клинику приехал и Рэй. Пациент был тяжело ранен, находился в критическом состоянии. Человек в рубашке, окрашенный в красный цвет при поддержке человека, который выглядел как его компаньон, входит в клинику через задний ход. Оба мужчины носили яркие аксессуары и рубашки, и я бы не назвал их достопочтенными гражданинами или мирными. Они должны быть из клана Такага. Большинство медицинских учреждений в Синдикае якобы отказываются видеть и осматривать членов клана. Но в реальности их часто принимают тайно за кулисами, и эта клиника ничем не отличается. Ага. В частности, так вот так часто посещают люди из клана Такага, что он кажется уже их любимчиком. Согласно тому, что я слышал, это было из-за его уровня мастерства, навыков. В этом смысле срочным пациентам иногда отдается предпочтение, а также происходит много временных закрытий и внезапных изменений в графике работы клиники. Когда люди, связанные с кланом Такага, приходят в больницу в качестве пациентов, они используют задний вход без учета обычных пациентов, однако, тоже известный факт. Тот факт, что количество пациентов общего профиля не уменьшилось, вероятно, объясняется мастерством и искренностью своей работы Таку. Другое дело, что жители понимают, что это неизбежно, учитывая происхождение этого рода, этого города Синдзикай. Позвольте мне снять с вас одежду. Рэй говорит и снимает рубашку с мужчины, лежащего на кровати в санитарной комнате. У человека был потный лоб, а его лицо искажено, перенося муки боли. Сторона его обнаженной верхней части тела была покрыта кровью и имела то, что казалось колотой раной. У него сильное кровотечение, но рана не похожа на довольно глубокую. Так он морщит брови и наблюдает за раной перед тем, как начать ее обработку. То движется с Рэй, чтобы следовать инструкциям Таку и помогает ему с процедурой. О, то вы тоже здесь. Ну ладно. Таку сильно выдыхает и останавливает процедуру, махнув рукой. Пациент, мужчина выглядит бледнее и спокойнее, чем когда его привезли. Ну как вам сейчас? Если боль все еще сильная, то вам нужно отдохнуть. Здесь? Нет, довольно, вполне терпимо. Так он поддерживает его рукой, когда человек, стоная от боли, пытается встать. Ой, сесть. Вам не стоит делать резких движений. Моё начальство велело мне вернуться, когда я закончу лечение. Сказав это, мужчина, придерживая перевязанный живот и сумевшись поднять верхнюю часть тела, затем медленно встает. Ну тогда спасибо вам за помощь и простите за беспокойство. Знаю, в каком мире живут эти парни, так он не пытается их остановить. Парень схватил свою рубашку, которая была сложена рядом с ним, и ушел, опираясь рукой об стену. Он так и выходит из смотровой вместе с сопровождающим его другим парнем. Я провожу их.
Рэй следует за ними, даже если он и сказал, что проводит их, они все равно выйдут через черный вход. Стоимость лечения будет выставлена на счет клана Такаго позже. И когда Таку и Това убирали инструменты, которые они использовали для процедуры, Рэй вернулся и сделал большой вздох. Меня и правда тошнит от всего этого. У нас нет выбора. Мы ведь не можем заставить их остаться тут. Конечно, я понимаю это. Это их собственное решение отправиться домой в таком состоянии. Так что у нас действительно нет выбора. Если пациент не хочет этого, значит мы ничего не можем сделать. Да, верно. Ты прав. Рэй кивнул и грустно посмотрел вниз. Я бы не сказал, что это частое явление, но иногда оно случается. Травма человека, который только что ушел, также, вероятно, ножевое ранение. Его, значит, зарезали в драке. Однако инциденты, связанные с ранениями и убийством, не ограничиваются теми, кто участвует в деятельности банд. Этот город повсюду наполнен смертью и насилием. Разочарование и негодование, которым некуда деваться, нарастает, и никто не знает, как это все остановить. То вот даже думать, что больше нет границы между бандами и простыми людьми. Ну, теперь ты в порядке? Да, я рад, что вы пришли так быстро, спасли меня. И простите, что вызвал вас так внезапно. Да все хорошо, так что не волнуйся. Ну ладно, увидимся завтра на мероприятии. Да, хорошо. Такидаши? На мероприятии? Когда Това поднял лицо на незнакомое слово, так и ускривился. Я и говорил тебе об этом на прошлой неделе. Ты что, забыл? Волонтерская акция, чтобы помочь людям, живущим на улице, и тем, кто не может найти работу. Ну, типа, благотворительная акция или мероприятие. Да, я помню, как он говорил что-то подобное. Я не запоминаю вещи, которые мне не интересны, поэтому я и не запомнил про это. Ладно, рассчитываю на вашу помощь. Завтра. Я позабочусь об остальном, так что вы можете теперь идти домой. По настоянию так вот Това вышел из смотровой вместе с Рэй. Эй, Това! Когда я собирался вернуться в свою комнату, меня остановил Рэй и я оглянулся. Как продвигается твое рисование в последнее время? Ты уже находил хорошую модель? Нет, пока еще никого. Това качает головой. Рэй говорит о модели для рисования, которую ищет Това. В статье в блоге «Четвертое лицо», который ведет Бар Руст. Проводя свои дни в потворстве своим желанием, Това увлекается только живописью. В основном я рисую маслом, и когда Рэй, который любит мои картины, показывает их менеджеру Руста, ему они так нравятся, что каждый раз, когда я рисую новую, она выставляется в самом баре. О, это мило. Даже если я называю это масляной живописью, то вы не рисуете без модели. Это также должна быть модель, отвечающая определенным условиям. Менеджер Руста увлекается оценкой и коллекционированием произведений искусства, а также представляет блоги магазина работы различных художников, как профессиональных, так и любителей. Они также приглашают к подаче работ, и фотографии присланных работ будут размещены в их блоге. Кроме того, если это понравится менеджеру бара, настоящая вещь может быть выставлена прямо в нем самом. В таком блоге есть также статья с приглашением моделей для картин Товы. Псевдоним Това для этих картин маслом был «Эйфория», который придумал Рэй.
Толстого не особо заботился об этом, но в некоторых кругах стиль эйфории считается уникальным, и кажется, что у меня есть даже поклонники. Я получаю случайные сообщения от начинающих моделей время от времени. Хотя количество и невелико, они приходят без перебоев, поэтому я читаю их, когда появляется желание. Даже если другой человек заинтересован в Това, если сам Това, если самому Това это не интересно, то он не будет рисовать картину. Не было никого, с кем Това хотел бы встретиться в недавних сообщениях от начинающих моделей. Не могу дождаться, когда увижу твою новую работу. Нетерпением буду ждать этого, как твой фанат. Ну и спокойной ночи. Рэй мысленно подмигнув одним глазом, подойдя к смотровой, напевал себе под нос. Тео также поднялся на лифте на третий этаж и вернулся в свою комнату. Я быстро включил телевизор, бросился на диван, схватил бутылку выпивки с пола, чтобы выпить. Налив горло теплый спирт, я взял со стола пачку сигарет, взял сигарету в рот и поджег. Осуждаю. Глядя на потолок, освещенный тусклым светом от телевизора, я медленно выдыхаю дым. Короткая стрелка настенных часов вот-вот достигнет 3 часов ночи. Офигеть, засиделись, конечно. По-прежнему не проявляя признаков сонливости, Това тихо затянулся сигаретой, подумав, не принять ли ему снотворное. Ага, вот и наша ярмарка. Мероприятие. На следующий день Таку позвал нас в парк, чтобы помочь ему с мероприятием, чтобы подавать еду людям без дохода и работы. На мероприятии присутствует довольно много людей. Более того, люди уже стояли в очереди, чтобы воспользоваться бесплатным угощением. Блин, я бы тоже пришел на такую. Ну, в плане халявная еда, это всегда халявная еда. Некоторые из добровольцев были похожи на гангстеров и другие, которые кажутся хозяевами заведений каких-то. Некоторые пришли, потому что им было скучно, некоторые, потому что у них были чистые добрые намерения, благие, некоторые, потому что они хотели улучшить свой имидж как можно больше, и другие причины. Позже к нам присоединился Рэй и начал помогать готовить еду. Ну да, учитывая, как Рэй готовит, это вообще шикарно. Мы сготовили большую кастрюлю мисо-супа из свинины, переливая его черпаком в пластиковые контейнеры и по очереди протягивали людям в очереди. Ара, о боже, доктор Мурасе! Это же вы, доктор... добрый день! Дому. О, здравствуйте! Конничева. И вам здравствуйте, да. Вы все такой же прекрасный, как и всегда. Нет, вы мне просто льстите. Все, засмущали бедного Таку. Люди по соседству окликают Таку, проходя мимо. Мурасе-сенсей! Доктор Мурасе, это же вы! Спасибо вам за помощь на днях! Икеяма-сан! Икеяма-сан! Как там дела вашего внука с тех пор? Ну, он принял немного лекарств и отправился спать, и теперь ему намного лучше. Я обязан вам всем, доктор. Ну, тогда приятно это слышать. Многие соседи обожают Таку за его добродушную природу и к нему постоянно обращаются, пока мы готовили еду. Ара, Рэй-чан, ты туда ты прилетел? Рэй-чан, ты тоже здесь помогаешь? А, да, конечно. Отсюда я здесь пришел помочь. Икемен, дакара, мену хуя. Ты такой красавчик, что это прямо радость для глаз. Я да. Нет. Это я должен сказать вам, что это вы очень красивая женщина. Рэй улыбнулся и помахал одной рукой в воздух. И женщины радостно засмеялись. У Рэй также дружелюбный характер, поэтому в этом районе он пользуется хорошей репутацией. Това! О, Това! Ты тоже здесь. Ой, вы здесь. На звук его голоса Това, лениво помогавший Таку и Рэй в работе, посмотрел вверх.
которого Май и Эйджи стояли передо мной. Това. Това. Тонжиру сугата. Это мясо супа и свинина вбит. Хорошо, верно? Тонжиру сугата ты нам? Что еще за суп и свинина? Ширанай йо. Да не знаю я. Вы, ребята, тоже пришли на такое мероприятие, да? Ну, это был приказ верхушки, верно? Ну, у нас не было выбора. Сакаки-сан, на удивление, любит такие вещи, если не смотреть в его лицо. Мы ведь не можем ослушаться приказа Сакаки-сана. Так что мы побродим тут, пока он не придет. Который, почесав голову, уходит первым. Хоже, Тоа. Увидимся, Тоа. Исцеляйшимасе. Извините нас. Поклонившись, Эйджи последовал за Катару и Майо. Сайкин, Такасато гуми мо... В последнее время клон Такаго приезжает на многие из этих благотворительных мероприятий. Яппари, имидж аппу... Я думаю, они пытаются улучшить свой имидж, репутацию. Рэд черпает содержимое кастрюли ковшом и смотрит в спину Катару и его друзей, когда они уходят. Может быть, Сакаки пытается стать следующим лидером клана? Когда Това сказал такое ясно и четко, Рэй сделал неловкое лицо. Вероятно, обеспокоенно. Он... Босс. Вероятно, он обеспокоен смертью отца Товы. Сакаки-сан, цугино кумичо де хобо Сакаки-сан, я слышу, что он почти наверняка станет следующим лидером клана. Но ты ведь знаешь, есть еще один человек, который, как говорят, будет баллотироваться на пост лидера клана. Верно? Ну, этот скудно одетый парень в очках. Интересно, придет ли он сюда? Кто знает. Я его, по крайней мере, пока не видел. Рэй имеет в виду Масами Тоно, генерального менеджера клана Такаго. Они с Сакаки не очень хорошо ладят из-за их разных убеждений и аргументов. В направлении Катару и остальных шли толпы грубых хулиганов и мужчин в костюмах. Они должны быть связаны именно с кланом Такаго. Честно, не хотят ли они видеть друг друга, потому что они соперники. А есть ли другие кандидаты на пост нового лидера клана? Меня ты не спрашивай. Дочая того снова посмотрел на собрание группы Такаго, который присоединился к Катару и другие. Люди вокруг него явно стараются держаться от него подальше. О, смотри, аура. Ой, блин, непривычно просто. Ну, цвета меняются. Короче, в глазах у того это прям какая-то радужная краска. Дым, поднимающийся из группы клана Такаго, представляет собой смесь различных цветов, образуя большую массу. Да-да-да, красиво так. Этот парень заставляет всех стараться избегать его дыма, даже если они его и не могут увидеть. Затем Тако позвал меня, и Тоу вернулся к работе. Длинная очередь людей, ожидающих еды, распалась после того, как еда была подано, и мы наконец освободились. Ну, я, по крайней мере. Время было около 2 часов дня, Това решил отойти от места мероприятия и покурить в теньке дерева. Пока я тупо озирался по сторонам, не глядя в поле зрения, появился знакомый мне человек. Мужчина в сером костюме разговаривает с человеком, который кажется руководителем этого благотворительного мероприятия. Сакаки. Сакаки повернулся и подошел прямо ко мне, как будто заметил взгляд Товы. О. О, Това Джанега. О, Това, это ты. Ар, ты. Надо не забывать это делать. Отвыкаю. Их слишком много, поэтому я забываю. Сакаки молодой лидер клана Такаго, и из-за своего положения он опасается молодых членов клана, и он всегда разговаривает с Това в дружелюбной манере. Дым, поднимающийся из Сакаки темно-зеленого цвета. Красиво, кстати. Но ему идет, мне кажется. Ты все еще дружишь с Мурасе-саном?
Да. Саки, Котаро та чита. Я так что виделся с Котаро и остальными. Понятненько. Сакаки засунул руки в карманы, брюк и обнялся по сторонам. Ну, ты должен время от времени приходить в такие места, чтобы увидеть все это своими глазами. Если только будешь делать, что говорить о казино и знаменитостях, то в какой-то момент ты можешь легко отступиться на ровном месте. В наше время мы не можем просто вести дела за кулисами. Отныне мы должны продолжать выступать как компания, а не клан. Ага. Сасаки только смеется на такую реакцию Товы. Ну ладно, если у тебя когда-нибудь случатся будут проблемы, приходи в любое время. Я помогу, чем смогу. Мир ведь недолговечен. Никогда не знаешь, когда и где начнется война. И если что-то случится, ты можешь полностью на меня рассчитывать. Ты же понимаешь? А. Да. Сарутомай. К тому же ты... Сасаки приближает лицо к Тови. Ты ведь не присутствовал на похоронах своего отца. Ику ваке най. Да, я не захотел приходить. Да, я на. Да, пожалуй. Я знал, что ты скажешь что-то такое, но... Саки перестал говорить и задумчиво потер затылок рукой. Май. Ну. Яна. Ладно, увидимся. После этого Сакаки поднял одну руку и ушел. Ну, помахал нам, типа. А, то! Ита! А, то, вот ты где. Как будто, чтобы заменить Сакаки, Рэй подбегает сзади. Нони. Сакаки-сан то ханаште. Что такое? О чём вы говорили с Сакаки-саном? Бецни. Да ни о чём. Айсац даке. Просто сказали привет друг другу. Су. Вот как. Рэй подозрительно озирается на уходящего Сакаки. Ано хито мо йоку вакана. Он ещё один человек, которого я не понимаю. Он странно гуманистический, как будто он просто отец, заботящийся о своём сыне. Я знаком с ним с самого детства почти. Я знаю. Ой, кстати, похоже, что другой скудно одетый парень в очках все-таки не придет, как я и думал. Громадина, а ну брысь с моего пути. Внезапно между стоящими Товой и Рэем появилась... груда пластиковых контейнеров. Да, наника там. А что это вообще? Эй, бабуля! Истинная идентичность горы контейнеров это была бабуля из той кондитерской. О. Бабуля держал в руках кучу контейнеров, ну груду прямо гору и смотрел на то. Но когда она посмотрела на Рэя, ее презренный взгляд немного смягчился. Нандай, анта. Ой, ты... ты тут тоже, да? Итавайо. Конечно, я буду Минна здесь. Минна на утацай не кита, но... Я ведь помогаю. Но... лишние руки никогда не помешают. Дэшо? Ну, я то уже. Обачан-тачино нанбай мо хатаракэн кара. Я могу работать во много раз больше, чем вы, бабуля. Так что я буду продолжать. Да. Это было бы здорово. Рэй любит сладости в целом и часто бывает в кондитерских. Возможно, именно из-за этого обычно суровая бабуля, кажется, имеет слабость к Рэю. Бабуля, у тебя как, все в порядке? Может быть, тебе нужна моя помощь? Да нет, все нормально у меня. Лучше иди и помогай другим, я справлюсь. Хорошо. Но, киоцкете, не? Ну тогда береги себя. Будь осторожна. Ага. Рэй поворачивается к Тове и машет рукой медленно уходящей бабуле. Пусть мероприятие подходит к концу. 16.00 уже そろそろタクのところへ戻りましょう. Заканчивается, так что мы, по сути, закончили. Думаю, пора возвращаться к Таку. Я
последовал за Рэем, когда он начал уходить и увидел Таку, сидящего на скамейке, который опустил руки на живот и смотрел в небо. Таку, заметив все это, и Рэй встает со скамейки, на его лице виднелась глубокая усталость. Спасибо за ваш тяжелый труд, ребята. Было так много работы, что время пролетело так незаметно. Да, это точно. Ребята, вы что-нибудь ели вообще? Если хотите, думаю, там еще осталось остатки. Я уже взял и поел немного. Тоа, ты? Да, бабуля сейчас там все умнет. Нет. В ответ Тоа лишь вытаскивает пачку сигарет, которую он положил в задний карман брюк. Неужели это и есть то, чем ты всегда питаешься? Боже, Тоа! Рэй наклонил голову с довольно хмурым взглядом ко мне, пока я зажигал сигарету. Тоа. Я посмотрел вверх, когда Таку позвал меня, и он повернул голову, чтобы указать на что-то. И он указал на Катару, Майю, Эйджи и Сакаки. Саки. Ты ведь говорил недавно с Сакаки, верно? Колесико, камон. Да, мы разговаривали. Блин, я сейчас по привычке дожал. Так, секунду. Я знаю, что ты знаешь его очень давно, но и с ним легко ладить, но не ввязывайся это слишком сильно. Куда я, блин, да колесико гребаное. Да, никогда не знаешь, когда у тебя могут возникнуть неприятности внезапно. Рэй поднимает взгляд и кивает. Того не ответив, просто отворачивается. Я не собираюсь вмешиваться, я просто реагирую соответствующим образом на других людей. Таку должен это знать, но Таку обычно очень настороженно относится к клану Такага и часто дает мне наставления всякие. Таку считает это ироничным, потому что в группе Такага много пациентов, которых лечит сам Таку. Эй, кстати, ты зайдешь сегодня в Руст? Может быть. Ясно. В общем, менеджер сказал, что он запасся редким ликером и хотел, чтобы ты попробовал его. Я слышал, что его осилит не каждый, но он подумал, что ты сможешь с ним справиться. Ну, какая-то выпивка, короче. Что касается того, то всякая выпивка ему по зубам. Но если менеджер хотел меня увидеть, то не было причин отказываться. Тогда мы будем ждать тебя сегодня вечером. Рэй кладет одну руку на грудь, как дворецкий, и трепетно склоняет голову. Не пей там слишком много. Не волнуйся, я прослежу за этим. Слушая разговор Таку и Рэй, то посмотрел в небо, которое начало темнеть, выдыхая сигаретный дым. Красиво. Не знаю, пока мне все нравится новелла. Ну, мы только начали, конечно, начинаем. Но сюжет прямо интересно. А прямо это чуйка, что потом будет такой трындец. Борьба за власть, кланы, война кланов там. И может какая-нибудь теме это... Потом еще, не дай бог, начнется война против это, людей против клана Такага. Сейчас на чьей стороне мы будем? Полночь. После кулинарного мероприятия Тоа, Таку и Рэй поужинали в закусочной, а затем направились прямиком в центр города. Ну, я направился. Пока я бродил где-нибудь, чтобы найти выпить, я услышал голоса, спорящие впереди. Посреди дороги собралась толпа. Думаю, что другого раза у вас не будет. Человек в костюме проглядывал сквозь толпу зрителей, напыщенно произнося слова. Тонна.
что она резко посмотрела на испуганного мужчину, стоящего посреди толпы, а потом вслед за своими подчиненными он стал проходить сквозь них. Когда он проходил, он заметил Тоу, и его мрачное выражение меняется на легкое удивление. Красно-коричневый дым, поднимающийся от тона, колышется и трепещет. Ага, вот этот напыщенный парень. Кто? Тона, да. Так, игра. Блин, такие цвета неоновые, шикарно вообще. Това. Тона идет к Това со своими людьми. Не часто можно встретить тебя в таком месте. Ты ищешь, где выпить? А. Да. Сука. Ясно. Тона издал звук хруста шеи после совершенно равнодушного жеста. Ты ведь видел, что сейчас было, не так ли? Ну так, немного. В последнее время есть много людей, которые пытаются отказаться платить свои долги. Это порой бывает очень хлопотно. Тона вздыхает и глупо улыбается, как кретин. Кстати, ты вчера ходил на ту благотворительную акцию по подаче бесплатной еды? Да. Меня заставили это делать. Мураса, да. Очень хорошо участвовать только в качестве добровольца там. Но ведь наши ребята тоже были там вчера. Не так ли? Тебе, наверное, кажется, какой же это позор, что мы потрудились посетить такое жалкое мероприятие. Тон голоса с намеком на гнев, вероятно, относится к Сакаке, который посетил это мероприятие. Тон ничего не сказал, лишь слегка пожал плечами. Улыбка Тона слегка исказилась. Твой отец теперь покоится с миром, и наш клан на какое-то время придется нелегко. Но если тебе понадобится помощь, просто дай мне знать. Я обязательно помогу тебе. Ага. Очевидно, что он на самом деле несерьезно, и он не намерен помогать мне вообще. Скорее, это может быть насмешкой над Сакаки, который обычно сказал бы такие вещи. Где она? Увидимся. Он как бы и сказал такие вещи. Не, Сакаки вроде нормальный мужик, а вот тут вот эта мразь просто, скорее всего. Тон развернулся вместе со своими подчиненными и ушел, и скрылся вглубь центра города. Тоу также быстро отворачивается и уходит. Когда я вошел в пустынный переулок, чтобы избежать этой суеты и толпы, мой мобильник задрожал. Я достаю его из кармана пальто и смотрю на экран. О, Эйджи. Ази. Это почтовый журнал под названием «Новое время Синдикая». Он распространяется Эйджи и рассылается нерегулярно. Ну или будущее Синдикая. Дело не в том, что Това сам подписался на рассылку, но когда он обменялся контактной информацией с Эйджи, он был добавлен в список рассылки автоматически. В принципе, если мне она не нравится и не интересна, я могу ее отменить. Основное содержание бюллетеня... Информация о Синдикае, а остальное список неправдивых слухов, итоги опросов и другие малоизвестные лакомые кусочки этого города. Если я скажу, что в этом нет необходимости, то в этом и правда нет необходимости, но это не имеет значения, поскольку у меня не так много рассылок вообще. И даже процесс отмены подписки является для меня довольно утомительным и хлопотным. Так что я решил оставить ее. То, закрыв рассылку новостей, запустил свой веб-браузер. Открыв четвертое лицо, блок Руста из закладок. Всякий раз, когда мне хочется, я проверяю блок Руста. Бывает момент, когда публикуются довольно интересные работы, и это хороший способ скоротать время. Я давно ее не смотрел, так что у меня накопилось несколько непрочитанных статей. Похоже, что художник, который рисует только масляные картины трупов, на которые Това обращал внимание лично, наконец-то попался. Офигеть.
очевидно, были выдвинуты доказательства того, что он совершил убийство, чтобы нарисовать эту работу. Ничего не напоминает, да? Те, кто знакомы с Карен Ощеджем. Угу. Да. Кто там у нас убивал ради того, чтобы нарисовать картину? Да, ностальгия. Тот факт, что полиция Синдзикая, которая не очень хорошо справляется со своей работой, думаю, им и так хватает своего дерьма на работе, теперь я больше, к сожалению, никогда не вижу новой работы этого автора. Затем мое внимание привлекла статья об изменении стиля художника акрилового стиля. Для его стиля были характерны дотошные и бледные цвета, но вдруг он, кажется, начал рисовать только мрачные работы с черным в качестве основного цвета. Глядя на фотографии до и после, которые включены в качестве сравнения, можно сразу сказать, что это, что он был под действием наркотиков. Я много раз видел такие изменения в стиле, и в этом нет ничего необычного. Я просмотрел больше других статей и остановился, когда увидел определенное особое изображение. О май. Имя автора... Была клубника. О, как глава называется. Это было изображение какого-то куска тела в ранах. Кровавое изображение с порезанным телом. Частью тела. Похоже на обычное самоповреждение, мазохизм. Хотя оно и было несколько обработано. Но я знал, что что-то здесь не так. Все не так просто. Но я не знал, не понимал, что это. Это запястье или это нога? То вот торкнуло, да? Ага, написал улику. Посмотрев некоторое время на изображение, то закрыл браузер. Тот, кто ведет блог Руста, он точно должен знать больше об этом. Решив поговорить с менеджером Руста, я направился туда. Ну, мы и так туда собирались, так. На первый взгляд, трудно сказать, что Руст находится прямо тут. Нет никакой яркой, грандиозной вывески, только неписанное здание, спокойно стоящее посреди неизвестности. Вау, зато внутри как офигенно, да? Когда Това открывает двери и входит, его встречает тихая музыка и приглушенный свет. Все как обычно. Люблю такую атмосферу. Бар был заполнен клиентами до такой степени, что пустых мест просто даже было не видно. Место не совсем процветающее, но из-за этнической принадлежности людей, которые собираются в этом баре, оно образует очень плотное пространство. У прилавка бесшумно движется менеджер бара. Рэй также ходит в качестве служащего. Ну и мы видели его уже в триале тоже. Менеджер имеет уникальную прическу и всегда носит облегающую черную одежду. Ему, наверное, уже за 40. Готовя напитки и моя посуду у прилавка, он тихонько следит за своим любимым баром. Не показывая эмоций и не говоря больше, чем нужно, цвет дыма также спокойный, желтый, как бы выражающий его природу. Ну, цвет рябины, по сути. В баре представлены необычные орнаменты и произведения искусства. Щиты, гобелены, треснувшие бисквитные куклы с завораживающими мотивами, аксессуары с изображением глазных яблок или крестов. Крепота. В баре было также выставлено много других вещей. Смотри на эти картины, офигеть. И какие-то из этих картин должны быть Това. Возможно, именно эта атмосфера привлекает в этот ресторан многих людей с несколько необычным своим вкусом. Из-за личности менеджера каждый принимается здесь как один из нас, независимо от того, кто ты. Вот что представляет из себя это место. Порог слишком высок, чтобы среднестатический человек мог случайно войти сюда, но напротив, он удобен для людей с несколько необычными вкусами. Ирасшай. Добро пожаловать.
О. Менеджер, который протирал стакан и посмотрел вверх, когда того подошел к прилавку и сел на свое место. Арты, больше артов. Вот этот арт мне, кстати, еще с опенинга понравился. Ну, блин, я не знаю. Все так шикарно выглядит. Цвета. А теперь сейчас еще музыка. Чил просто такой. И то прикольно выглядит. Тоа-кун, маттетайо. Тоа-кун, я ждал тебя. Вообще-то я хотел попросить тебя об одолжении. Рэй кара кита. Ну да, Рэй сказал мне об этом. Он сказал, что у тебя есть какая-то редкая выпивка. Со-со. Да-да. Чотто матте. Сейчас, подожди секунду. Менеджер хватает бутылку с полки позади него и держит ее. Представляет ее перед Тоа. Коре-не. Это настойка из полыни под названием Абсент, которую производят разные производители. Я получил ее из Франции. И такого здесь точно не найти. Но мне было трудно рекомендовать ей его, потому что многим людям может не понравиться его вкус. Я подумал, что тебе он может быть понравится, Тоа-кун. Так что тебе стоит попробовать. О май. Сказав это, менеджер выливает содержимое бутылки в стакан. Зеленая жидкость. Опять же вспоминаю письмо. Положив... Да, вон сахар, смотри, положил, правда. Положив что-то похожее на ложку, полную отверстий, поверх стакана, зеленой жидкостью, еще сверху кубик сахара. Перед того, который наблюдал за тем, что он делал, менеджер взял кувшин и добавил пару капель воды на сахарный кубик. Очевидно, он пытался растворить его. Его так и надо пить? Кажется, это традиционный способ его питья. Но для этого нужно много-много практики. Когда кубик сахара почти полностью растворяется, жидкость, имевшая чистый зеленый цвет, стала мутно-белой. Менеджер перемешивает содержимое ложкой с отверстием, а затем подает стакан передо мной. Вот, готово, прошу. О, наша пачка сигарет, зажигалка, типично Тоа. Кстати, можно... Хотя ладно, я все не шарюсь, какая-то. Осуждаю, осуждаю, курить плохо. Да и пить тоже. Тоа берет стакан, подносит ко рту и слегка наклоняет. Хорошо охлажденная жидкость стекает по горлу и наполняет рот. Неповторимой горечью китайских трав. В то же время распространялся запах зелени и сладость сахара, и вкус был странным. Спирт тоже был довольно крепкий. Ду? Ну как? Сато начи дэмо ин. Ну, мне кажется, можно пить и без сахара. Менеджер кивнув, посмеялся над моими словами. Я знал, что Тоа-кун так скажет. Я слышал, что многим людям не нравится такой же чистильный вкус. Поэтому они кладут в нее сахар. Вот. Досуа. Сколько градусов? 60. Тоа кивнул, довольный ощущением, что у него горит горло от алкоголя, и уж точно такая вещь далеко не для всех. А, Тоа, ты здесь пришел? Когда я снова потягивал бокал, я услышал знакомый голос. О, боже, я так устал от этой еще дневной беготни сегодня. Рэй быстро подходит и садится рядом с Тоа. Конечно, он на работе, но если время не занято, персонал все равно может тоже присесть и выпить чего-нибудь в баре, и даже менеджер ничего тебе не скажет. Дневной беготни? Ты про помощь в том благотворительном мероприятии? Да. Так он сказал, что он будет там, так что я тоже решил пойти и взять с собой Тоа. Неужели Тоа устал больше, чем я? Он ведь всегда такой ленивый. Ну так, немного. Типа, неужели Тоа ты устал больше, чем я? Когда дразнящие слова были должны быть замотвергнуты мной, Рэй намеренно надул свои щеки. Рэй такой душка вообще. Ну, чё же, чё ты такой скучный? Это же тот напиток, о котором говорил хозяин, да? Ну как он тебе? Номика. Хочешь рискнуть?
Рэй осторожно поднес стакан ближе к себе и понюхал его носом, как настороженный щенок. Боже, что это за запах? Твой, ты это выпил? Номерно? Как ты смог вообще это выпить? А, да, кстати, тем временем время уже подошло. Да, давайте на этой прекрасной ноте мы закончим, да. И спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вы будете ждать следующую серию. Также ждите КНС, кто, может быть, вы смотрите это прохождение и смотрите КНС попутно. Вот, сообщаю вам, что КНС-серия будет скоро. У меня есть свободное время, так что ждите. Пойдем за просмотр еще раз. Если вам понравилось, ставьте пальчик, комментируйте, подписывайтесь, ждите новых видео, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, где проходим КНС. Все, Джана, люблю вас, добра вам. И надеюсь, вам нравится прохождение, вы будете и дальше со мной. И надеюсь, это английский перевод, релиз будет еще не скоро. Пусть они потянут JustBlue, да? Или Just... Да, JustBlue вроде, да? Ну ладно. В общем, да, спасибо вам еще раз. И увидимся. Пока.